Выиграла организация подрядчик, приступила к работам 17 июля. Лучше всего обрабатывать его где-то по весне, когда сорное растение, борщевик, еще не цветет. Но это тоже эффективный способ, в принципе, потому что в период проведения работ по химической обработке, то есть сам ствол впитывает в себя вот эти химические ингредиенты, происходит разрушение ствола и корневой системы, и растения погибают. Но эту обработку надо проводить не один год, потому что все равно семена, они могут из прошлого года оставаться в земле. И вот эта государственная программа сельского хозяйства Подмосковья, она разработана на 5 лет. То есть 5 лет у нас будет происходить финансирование с Московской области. Соответственно, плюс еще бюджет городского округа Истра. И совместно нашими усилиями, конечно, будет продолжаться борьба с борщевиком Сосновского. Работы должны проводиться не один год. И новые постараемся, конечно, выявить, и, соответственно, эти, чтобы действительно на земле не рос борщевик. Нельзя сказать, что 5 лет мы будем обрабатывать, а потом все, мы не будем обрабатывать. Все равно надо проводить мониторинг земель, то есть выезжать на место, оценивать ситуацию. Если где-то борщевик произрастает, конечно, какие-то локации борщевика надо уничтожать, а не то, что все, мы забыли и больше не вспоминаем, что такое слово борщевик. Все равно такое растение, что где-то мы обработаем, а соседнего участка прилетят семена, приходится опять обрабатывать, чтобы, конечно, избежать каких-то ситуаций, ожогов. Это же растение очень опасно, чтобы не обжигались дети, взрослые. И, конечно, не наносить вред земельному покрову. В настоящее время уже обработано более 100 гектар. На землях, да, частной собственности применяется определенный состав, чтобы гиб и ствол у растений, корневая система, комплекс, горгон, адью и торнадо. То есть это именно три химических соединения, которые в результате, вот если когда их соединят, то есть вот это адью является клеевой основой, чтобы когда при распылении жидкость прилипала к растению, а не куда-то улетала. То есть все комплексно у нас происходит. В настоящее время выявлено 170 гектар борщевика на землях сельхозназначениях и земли неразграниченной формы собственности. И на сегодняшний момент обработано более 140 гектар.